получили долгожданную машину испытательную для испытания материалов, определения статических свойств материалов с максимальной нагрузкой на 250 кН. Она нам позволит определять необходимые для расчетчиков параметры материалов, включая композитные, которые самые модные сейчас. Машина уникальная, современная, оснащена экстензометром с пневматическим приводом, захватами пневматическими, которые работают в автоматическом режиме. Все задается программно. Она может работать в соответствии с большим количеством ГОСТов и стандартов, в том числе европейских. С помощью этой машины мы можем получить такие характеристики, как эластичность материалов, модуль упругости, там, прочность каких-либо клеевых соединений, либо это прочность элементов конструкции. Различные пластики, различные композитные материалы, металлы. Можем испытывать металлические конструкции с использованием там, клеевых соединений, болтовых соединений, различных парных соединений. Зачастую на рынке не представлены то, что нам нужно, и приходится самим дорабатывать, получать данные, получать характеристики для использования в расчетных моделях. Это образцы материалов, которые мы собираемся испытывать на этой машине. Образец стандартный, образец, который мы где-то сами разрабатываем, дорабатываем какие-то. Получаем характеристики, которые необходимы для решения поставленных задач. Нас интересует главным образом модуль упругости, удлинение материала в момент разрыва и напряжение при разрыве. Ну, основные такие характеристики, которые базовые.